Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить, умыться, руки помыть. А теперь я зажигалку не могу, Зурик. А ну-ка, зажги его. Тебя? Чтобы людям было понятно. Ну-ка. Ну, пожалуйста. Вода горит. Нонсенс, да? Этому есть научное объяснение. Можно, пожалуйста, камушки поставить, сюда казан, и вари хоть супчик, хоть что хочешь, хоть барана плов. Вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все, затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. Немного нагорит. Вот, пожалуйста, опять зажгли. Фокус, да и только. Это природное явление. Далеко не фокус, это природное явление. Явление. На самом деле существует в природе. Это в Южной Осетии, в Цинвале, в пригородах Цинвале. В окрестностях. В окрестностях. Кто не верит, вот вам воочию. Пожалуйста, могу. Вот, пожалуйста. Видите, раз. И не горит. И не горит. Вот. Но стоит загорается. Поднести искру, и она загорается. Кто не верит, можете приехать. Сами посмотреть на это чудо природы. Вот и все, пожалуйста. А где дед? Вот он течет в эту ванну, там детишки купаются, взрослые. Нашли пивную банку, вот о чем и ходят здесь легенды. И пытаемся ее выбросить с обрыва, да. Нифига у нас не получается. Она не падает. Банка бумеранга. Это волшебство! Ты такое видел когда-нибудь, блин? Нет, я не видел впервые вообще. Блять, да заебало ты, блин! Оп! Сыном гуляли по заброшенному рту. Нашли лужу. Не просто лужа. В ней камни не тонут. Реально не тонут. Так, где взять камень? Вот. Он не тонет. Камни, которые не тонут, капец. Вода, в которой не тонут камни. А еще